Универсальный чемодан для мастера в металлическом корпусе. Давайте рассмотрим детальнее эту модель. На вес достаточно тяжелый, нелегкий, то есть, ну, потому что все-таки металлические вставочки дают о себе знать. Давайте посмотрим по функционалу. Кодового замка в этих моделях нету, но есть такие же модели, только с кодовым замком, то есть можно поставить на код. Этот просто у нас застёпка. Открывается. Что мы имеем? Имеем стаканчик, в принципе, удобный для жидкости, чтобы они не переворачивались. Можно его зафиксировать, вот, и он будет стоять. Можно будет еще один стаканчик сюда ставить, потому что штука удобная. Вот, есть полочки, которые выдвигаются. Вот, их три штучки. Вот такой механизм. Глубина не очень большая. Если многие мастера спрашивают под гель-лаки, чтобы можно было именно поставить, то здесь, конечно, этой высоты не хватит. Он только может лечь. Вот. Есть у нас, выходит, для того, чтобы носить его на плече, то, что удобно. И снизу пространство. Снизу влазит, в принципе, маленькая лампа, либо фрезер, она влезет туда. То есть для мастера маникюра, допустим, тоже этот чемоданчик бы подошел. Используют его часто также визажисты. Вот. Ну, косметологи достаточно реже. Вот. Но, по сути, тоже инструменты сюда могут влезть. Вот. Легко закрывается. Вот. Надежный корпус у него, ну, нос. Если сравнивать, допустим, вот чемодан, который будет с материала, то этот намного устойчивее, потому что все-таки где-то царапается, где-то, ну не знаю, там примнется, этот более такой устойчивый момент. Плюс, вот обратите внимание, как на меня, это вот этот механизм, там где цепляется ручка на плечо. Почему он лучше? Потому что в тканых чемоданах это проблемная зона. Если сильно большой вес нагрузить чемодана, то эти ручки, они как часто больное место, они ломаются. У этого чемодана, из-за того, что это все-таки металл и здесь корпус, да, то этой проблемы нет. Поэтому в целом вот такой хороший чемоданчик. Есть разные расцветки. То есть выбор очень у него ярко. Есть яркие, черные, какие хочешь. На любой вкус и цвет. Подобрать очень легко. Вот такой чемодан.